день мы размышляли на тему, что такое самооценка или все-таки самоуценка. И разобрали четыре типа личности и поняли, что мы все разные. И, в общем-то, если бы не четыре типа личности, ничего бы и не получалось. Иногда мы думаем, вот я такой классный, поэтому вот это вот все действует, вот так вот все работает. Да нет, все работает, потому что мы окружаем себя такими людьми, которые все разные. В общем, мы поняли, что нас больше. Девочки, поднимитесь, кто мы? Вот кто? Да, звезды, звезды, да. Вот один тип личности — это вот такие вот звезды. Аня, где ты, Аня? Аня, да, Аня, да. Стася, где ты, Стася? Да, это вот такие звезды. Бунт на корабле. Потом мы поняли, что есть такие вот, как Оля Жданович. Оля, встань, пожалуйста, Оля, да. Скажи, пожалуйста, вот кто ты? Доминанта, да. Это люди идейные, которые новаторы, создают разные проекты. Оксана, где ты у нас? Оксана, она ушла специально, она знала, что я буду о ней говорить. Вот такие, как Оксана, это те люди, которые создают вот такие процессы, они все для людей, они невидимые, но без них вообще ничего никогда не функционирует. Оксана! Оксана, да. И вот Маргарита, это типичный представитель, который создает процессы, который все подсчитывает. Это бухгалтер, это люди математики, физики, это... И, кстати, вот как Оксана, это люди-врачи, между прочим, которые работают, которые вот нас оперируют, не дай Боже, конечно, да. К чему это все? К тому, что мы все разные, еще раз повторюсь. И как важно нам вникать в себя и понимать свои слабые и сильные стороны. Я лично вчера, у меня отпала куча претензий к себе, думаю, ну почему я вот такая вот? Да потому что я экспрессивная, быстро зажигаюсь и быстро потухаю, да, да, Люда? Да, да, да. Но мы поняли, что нас больше. Если, вот 10% вот, доминанта, 10% это вот Оксана. В общем, всех по 10%, но нас больше всего. Потому что если бы не было нас, вам было бы всем грустненько. Вот. Так что все нужны, все важны. Спасибо большое. Посещайте такие семинары. Вот, Света, почему тебя не было вчера? Вот почему тебя не было? Да кто ты, Света? Когда мы понимаем, кто мы, тогда мы понимаем свои сильные и слабые стороны, и мы понимаем вообще, как взаимодействовать с самим собой, что нас поддерживает, что нас может усилить, а что, наоборот, нас демотивирует. Поэтому вникайте в себя, не вникайте только в учение, но вникайте в себя, разбирайтесь в своих дарах, талантах, и благословляю всех.